Всем привет! Хочу немножко пояснить. Часто меня спрашивают, как вас найти, где вам написать в личку и так далее. Хочу показать, что под каждым видео это очень просто сделать. Под каждым видео, вот, например, я специально зашла, видите, на канал Евы, потому что со своего канала, как мне известно, не знаю, может что-то изменилось, но не хорошо заходить на свои видео, потому что там и реклама, и все такое. Вот. О, дурдаш. Вот оказывается, какая у нас там реклама идет. Вот последнее видео, например. Видите, в описании к видео... Кстати, может кто-то заметил, у нас появилась вот эта вот ссылочка на донат, как у многих блогеров. Мы не исключение. Есть и просто донат, и есть PayPal, как и был. Вот. А дальше вот эта вот ссылочка, видите, все о нас. Сюда нажимаете, и вот у вас выходит что? Ну, краткое описание о нас. И вот они все ссылочки. PayPal, YouTube. Это если кому-то нужна скидка на iHerb. Мой Instagram. Вот, пожалуйста, можно в личке в Instagram написать. Если кто-то собирается в поездку Airbnb, хочет зарегистрироваться, тоже будет там вот примерно вот такая сумма будет скидки, $48 на поездку. То есть тоже пользуйтесь, заходите, регистрируйтесь по моей ссылке и наслаждайтесь отпуском. Так, работа в DoorDash. Кто ищет работу, кто только, может быть, приехал, либо ищет подработку, тоже. Но там есть, ну, тоже нюансы, потому что не везде есть офисы DoorDash. А вот у одной девушки не приехали, она хотела, но не приехали, не привезли ей то, что нужно было для работы. Но, в принципе, это несложно. Многие работают и нормально. Попробовать стоит пойти, посмотреть, где у вас офис, где вы живете. Работа в DoorDash – это доставка еды. Тоже кликайте сюда. Вот, пожалуйста. И регистрируйтесь. Ой, совсем все опять. Ну вот, да, давайте еще раз. Что у нас здесь? Airbnb, работа в DoorDash в США, доставка еды. Там будет вознаграждение, если вы по этой ссылке регистрируетесь, там будет вам за выполненные поиски вознаграждение. Каждый раз оно разное. И, это Facebook. Но, собственно, VitalHVC, это Виталькина страница, заходим. И здесь тоже вы меня можете найти, мой Facebook. Вот он, Елена. Но это просто сейчас я уже здесь... не знаю, как меня здесь найти, но в принципе, кто хочет, тот может найти. Если кому не сложно, пожалуйста, сделайте лайк. Поставьте лайк на странице моего мужа. VitalHVC. Вот они все ссылки. Вот, пожалуйста. Под каждым видео. Все, всем пока-пока, всем бай-бай. Кстати, сейчас смотрю, как все загрузилось и смонтировалось, и уже хотела выложить, и подумала, знаете, о чем рассматриваю, и мысль меня посетила, я вспомнила, что одна девушка, женщина, мне звонила, писала в личку, по-моему, переписывались с ней по поводу DoorDash. Долго я, ну, как бы отвечала на вопросы, консультировала, помогала ей. Вот, потом на следующий день тоже ей написала, ну как у вас получилось, там у нее были трудности, там она не знала, как поехать, а тут, видите, все меняется, как бы я и мужа с работы напрягала, говорю, Виталик, вот так и так у девушки, что делать, он отвечал, помогал, вот, и просто там немножко навигации, как бы, ну, трудности с навигацией, мы не поняли, там стрелочку уже надо было ехать, а она оставалась дома, вот, как бы, и вроде бы решили, все, помогли. И потом я говорю, ну как у вас удалось сделать? Да, говорит, я вчера вам не написала, удалось сделать две поездки, ну, как буду еще пробовать. Вот, и я так смотрю в приложении своем, говорю, а как вас зовут? Потому что у меня нет никого, кто бы сделал две поездки. Ну, то как бы я могу видеть в своем приложении. Кто зарегистрировался по моей вот этой ссылке, да, я могу видеть этих людей. И их успех, и сколько они сделали поездки для того, чтобы, ну, получить это вознаграждение. И они, и мы.
И представляете, ну, я не вижу, она говорит, меня так-то, так-то зовут. Я говорю, а у меня нет такой. И она задает такой вопрос, а что, надо было по вашей ссылке зарегистрироваться? Ну, как бы, конечно, мне бы хотелось, чтобы по моей ссылке зарегистрировались, правда? Она говорит, а мы просто зарегистрировались, нашли DoorDash и просто зарегистрировались. Ну, получается, они себе, не людям, да, как бы вот так вот. Ну, если я говорю постоянно в своих видео, если вы нашли меня и спрашиваете меня о том, как работает DoorDash, значит, вы слышали о том, что я даю свою ссылку, и по ней здорово было бы по ней зарегистрироваться, правда, а не просто DoorDash. Получается, ни я не получу, я не знаю, они получат или нет, но DoorDash хорошо. Вот, а я сделала рекламу, помогала людям, я ничего не получу. Здорово, правда? Ну, вот так вот. Я мужа напрягала с работы, помогала человеку. Понятно, что, ну, как бы это у меня время от семьи отрывало, от ребенка. Вот, и мне тоже хочется что-то заработать, правда? Ну, какой смысл приехать, если есть такая функция, зарегистрироваться по ссылке, пройти там короткую вот эту анкету, зарегистрироваться и потом уже ехать в DoorDash за всем необходимым, за красной карточкой, за сумкой и всем. Вы уже приедете, и они всегда, причем в офисе спрашивают, вы уже зарегистрировались? Предварительно по ссылке, они спрашивают, потому что сначала есть порядок, регистрируешься по ссылке, потом приезжаешь либо в офис, либо заказываешь, чтобы тебе на дом принесли эти все вещи. Вот, но проще сразу поехать в офис, чем столько времени ждать. Мы так и сделали, когда мы в свое время работали с Виталиком, мы зарегистрировались по ссылке молодого человека, потом поехали один из нас. Потом второй уже по моей, не помню, короче, один из нас зарегистрировался, потом второй по уже по нашей, по семейной ссылке. Так вот, и мы поехали в офис, взяли все необходимое и завершили эту регистрацию, потому что вот такой порядок. Вот, и нам дали все необходимые вещи для работы, и там налоговая небольшая такая информация, ну, чтобы отчислялись налоги. Для этого, кстати, тоже спрашивали меня, а можно ли без разрешения на работу? Нет, конечно, мне вообще нельзя без разрешения на работу работать. Тем более, ну, как бы тут вы даете свой Social Security, и начисляются налоги, то есть отчисляются, вот. Так что, к чему говорю все это? Если есть ссылка, не надо ехать сразу в DoorDash. Нет смысла. И вы получите вознаграждение по этой ссылке, по моей. И я получу, и как бы и вам хорошо, и нам хорошо, и потом вы уже можете ехать в офис. Ну вот, собственно, поделила это, сказала вам порядок действия, если вы хотите работать в DoorDash. Ну все, всем успехов, всем пока.